Спецыялізаваная міжнародная выстава «Белагра» – буйнейший у Беларуси форум такого накірунку. Сёлета удзел у ім прымаюць больше 500 компаний с 23 краин. По великим рахунку «Белагра-2016» – это магчымасць знайсці новых партнеров, даведацца об сучасных тенденциях развития аграрной галіны, обменяться опытом и представить свою продукцию. У поле зроку маркетологов акционерного товариства «Гомсельмаш» сегодня такие новые краины, как Турция, Индия, Нигерия, Паўднёва-Африканская республика. Але и супрацовництва с традиционными партнерами тут отмовляться не собираются. У первую чергу размова об Российской Федерации. На выставке представлены комбайны 16-24, зерноуборочный комбайн, который проходит испытания в Саратовской области, там, в Волгоградской, то есть там, где есть необходимость убирать высокоурожайные хлеба, там, где есть необходимость убирать кукурузу. Такое супрацовництво приносит корысть обоим бокам. И справа не только у тем, что российские регионы отрымливают сучасную технику. У машинах, которые вырабатываются на белорусских предприемствах, от 30 до 70% российских комплектующих. С уликом того, что сёлета международная выстава «Белагра» проходит у рамках форума регионов Беларуси и России, теме супрацовництва двух краин увогуле особливая увага. Коммунальное сельскохозяйственное предприемство «Тепличное» Гомельского района летошний план по экспорту выполнила на 106%. Все поставки у соседнюю краину. Мясовая продукция корыстается там великим попытом. Перш за все по причине высокой якости и экологичной безопасности. Наша продукция очень хорошо пользуется спросом. Дело в том, что мы одно из предприятий, которое выращивает пчелоопыляемый огурец. И мы используем биологический метод обработки. Мы работаем с регионами Московской области, с Москвой, с Питером, с Санкт-Петербургом, то есть, и с Калининградом. Белорусской продукцией на выставе «Белагра-2016» цікавятся представники разных краин. А тому и подписание договора об супрацовництве – звычайная справа. Уже маль 7 годов, как Беларусь гарантовала себе харчовую безопасность и теперь что год поставляет на экспорт сельскохозяйственной продукции маль на 5 миллиардов долларов. При этом значная частка этой продукции отгружаются у российские регионы. Удельники выставы готовы поделиться опытом, как сделать такое супрацовництво максимально выгодным. Кредо нашей компании – прежде чем произвести продукцию, мы изучаем рынок и под рынок делаем план производства. Поэтому остатков продукции у нас никогда не бывает. И во времена, когда спрос на продукцию большой, когда спрос занижается, наша продукция продается всегда. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.